Ясмина Муратова в прошлом сезоне уже приходила к нам, но так и не смогла дойти до полуфинала. Сейчас она здесь. Давайте посмотрим, как сбывается ее мечта. Она, конечно, юная певица, но я думаю, что своей такой в хорошем смысле напористостью, готовностью продолжать битву, она может дать фору многим другим уже взрослым людям, уже умудренным опытом профессионалам. Я в этой девочке очень зауважала ее внутренний дух, ее внутреннюю силу. Она не сдалась. Она отработала те советы, которые мы ей дали, она прислушалась к ним, она выросла. Эти 2 года прошли не зря, она подготовилась, она прям это, так сказать, совершенствовалась, занималась над собой. Я уже 2-й раз выступаю на этом конкурсе, и я думаю, то, что по сравнению с прошлым годом я довольно-таки хорошо выступила. Фишка, конечно же, наполовину в моем талисмане, мне с ним намного уверенней. Я его очень люблю. Эту игрушку мне подарил мой папа. И на все свои выступления я ходила вместе с Пуней. Его так зовут. Полуфинал – это, наверное, мое достижение. Я к этому очень стремилась, готовилась. И я очень рада, то, что я смогла дойти хотя бы до полуфинала. Точнее, не хотя бы, дойти до полуфинала. Я подготовила песню «Мир без войны». Смотря на сегодняшнюю ситуацию, думаю, эта песня очень актуальна. Так как, я думаю, как многие люди, я за мир без войны. И я думаю то, что миром должна править любовь, а не война. Творчество – это твое настроение, это спасение в трудные минуты. В принципе, это вообще вся твоя жизнь. Я выбрала путь вокала, потому что в основном я наблюдала, как моя мама поет. Главный мой педагог и тренер – это моя мама. Я ей очень благодарна за это. Моя любимая Яся, от чистого сердца я хочу тебе пожелать большой удачи. Никогда не сомневайся в себе, будь смелой и иди только вперед. А главное, верь в себя, тогда удача сама захочет тебе помочь. Я тебя очень сильно люблю, и у тебя все получится. Я даже не ожидала. Боже. Я очень рада, что она меня поддерживает сейчас. Суперприложение iTool экономит память вашего смартфона. Забудьте о постоянных переключениях между десятками приложений. Скачайте iTool. А сейчас я предлагаю переместиться в город детей, в город добра. На сцене Ясмина Муратова, Узбекистан. Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви мы все забываем и все чаще близких теряем за идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Помните, брать мне руку, ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, для нас, для всех, земля одна. Мы не будем.
будем жалеть за слезами. Буду дома папы, мамы, и все дети счастливее станут чуть-чуть. Люди всей земли, будьте ж вы детьми, чтоб мир изменить смогли. Классно, да? Узбекистан! Долгожданное выступление. Нурлан, как оцениваете выступление Ясмины? Ты вот затронул такую тему очень, которая будоражит и волнует не только там, Центральная Азия, а всю планету. Поэтому спасибо тебе огромное. Пусть в наших домах всегда царит мир и покой, и пусть никогда не будет войны. Я чувствовал, как ты тоже переживаешь, и каждое слово, каждое предложение, ты прям проживал, ты пела сердцем, да? Спасибо. Это очень важно. Ясмина, дорогая, ну мы тебя уже знаем не первый день, и очень-очень приятно видеть твой такой, я бы даже сказал, экспоненциальный рост, в том числе в рамках нашего проекта. Это прекрасная задумка и прекрасная реализация вместе с поддержкой в виде там детей, в виде хора. И я ждал, и ты оправдала все мои ожидания в вокальном смысле. Спасибо тебе огромное. Спасибо, это было чудесно. Большое. Смотрю на Ясмин, слушаю ее и радуется прям душа. Я рада тому, что Ясмин учитывает каждый совет и растет на глазах. Ясминочка, замечательное выступление, красивый номер. У тебя шикарное будущее. Спасибо большое.